Доброго всего времени суток, с вами Тексер, третья балда, подземелье с грибами, мерзкими трилобитами и минотаврами. И куда-то ведет лестница, о, не лестница, подъемник, ну короче, тут были минотавры. С ума сошли, вы офигели? Doesn't work. Doesn't work. А что так использовать? Хорошо, вот я вот. Странно, ну ладно, короче, пошли туда отсюда. Я думал, там что хорошее. А вниз спуститься никак. Была мысль, что веревку привязать. Ладно. Почему это все хреновое, сюда не дотягиваюсь? Пошли сюда. Ок. А, тогда спуститься вниз. Там есть мерзкий трилобит. Я вообще использовал, Но в смысле не попасть? Ну вы чё? Оба-на. Взрыв. Это что, динамит какой-то, что ли, был? Да вы что, охренели? Шли отсюда. Да-да-да, у вас все взрыв. Ага. Ладно. Так, тут останки минотавров. Лежат, между прочим. Значит, какие у нас варианты? Тут активировались вот эти вот охранные штуки. И они лупят по всем, кто идет. Это раз. Вот тут есть мерзкий трилобит. Ну, я его так зову. Это два. Я бы попробовал мимо него все-таки пройти. Но сначала давайте сходим в лагерь, полечимся и все такое. Ну, заодно, может, пообщаемся. Грибная лагерная стоянка. А, никто со мной особо разговаривать не хочет. А я бы вот с этим... древним поговорил. Собака, понятно, гладится идет собака. Ладно, давай, давай собаку погладим. Я бы с древним поговорил, но что-то я его не вижу. Зажат мячик. Пес тяжело дышит, в пасть зажат мячик. Давайте брошу мячик. Дрессировка. Не получается, он не отдает мне мячик. А повторим. Чем с пёсерем-то не поиграть, да? 20. Критический успех. Я не знаю, что из этого выйдет, конечно. Немножко странный знак. Пёс бросает мячик. Он хорошо пожёван и весь мокрый от слюны. Не страшно. Его глаза нервно следят за мячиком. Он переминается ноги на ногу, готовый бежать за игрушкой. Погладим пса. Че, я не брошу тебе мяч, жалко. Я хотел поиграть с песелем. Песели хорошие. Так, ну что? Мячик шкряба. Ладно, оп, мячик шкряба. Так, тут никто со мной особо говорить не хочет. Древнего я тут что-то не вижу, хотя он должен быть в лагере. А, видимо, прячется где-то собака костяная. Ок. Тогда спать. А, вторую пушку. Просто спим, или меня опять кусать придут? Звук странный, да. У меня все хорошо. Прекрасно, сохранение сработало, выходим из лагеря. Подземелье есть. Ага, ну что ж, пошли общаться с мерзким трилобитом. Вот эта штука. Делает вот так.
Так, давайте я еще раз сохранюсь для верности. Зачем удалить? Сохранить. Все, пошли посмотрим. Собственно, в чем смысл? Только в дым не лазьте, ну вас нафиг. А в чем смысл? Я попытаюсь его отсюда выманить. Мне не нравится, как он тут сидит. Это один вариант. Так, переход в походовый режим. Какой же нокдаун? Нокдаун у вас. Да блин, я обойти хочу как-то. Обойти не получается. Давай вот так убегать. Оно там землю трясет, все такое. Сейчас посмотрим, что мы за это сможем выкрутить. Так, он выпрыгнул. Смертоносный прыжок буглей. А вся проблема с этим буглеем в том, что он очень сильно дамажит, он просто пипец. А что за клизма? Ядро. А, ну это да, на маске. Гремящего грома. Ну давай посмотрим. Я, по-моему, в гриб долбанул. Я такой, да. Так. Вступление, терпеливая защита. Давай, терпеливая защита. Я, короче, в гриб долбанул. Я орел. Так. Тут что у нас? Отравлять врагов. Неплохо. Замедлить. Давай, краба. Он, к сожалению, после ходит. Не очень хорошо. Это, бегать надо не хочу. Давай сейчас спрячься. Спрятался, типа. Так. Ну шо ж, давай. А, ну это гуманоиды. Надеюсь, теперь я не в гриб целюсь. 13, шляпа какая-то. Девчонка, концентрейт, конечно. Еще какой концентрейт? Запугивание. А кого я запугиваю? Вот эту вот козябру я запугиваю. Так, во-первых, давай, это у нас вот так. Скрытности нет. Это не нежить. У нас тут будет иллюзия сидеть. Все, да, я наигрался. Я наигрался. Так, первым помер краб. Ну что, ничего, держимся. Отсюда могу? Сволочь нескрушимая. Так, пусть после него помеха будет. Рукопашку к этому козлу не полезу. Даже не мечтайте. Так.
У нас есть разные стрелы, наверное. Это все не то. Давайте. Лови, казнина. Так. Ну тут копеечный яд, я даже применять его не хочу. Так, кусать не буду. Кусать немножко, не то. Так. Может, я поморозить? Туман. Урон. Вот хороший урон. Критический промах. Блин, ты маг или погулять вышел, дятел? Так, это дотронуться надо, да? Да, это дотронуться надо. Никто не пойдет. Ах ты ж! Ну все, двуличность-то ушла. Я что, получается, только одно заклинание могу держать? Ладно. Бегни с тебя. Что еще могу сказать? Смертоносный прыжок, елки. Уложили сразу. Что там у нас? Кислота. При смерти. О! Давайте, помогай, Трикстер. Укуси ее, что ли? 89 еще осталось, пипец. Дойди. Ой, а тут кусаешься. На 13-е великое лечение, но не очень великое. Ну, ничего не могу сделать, у меня тут все по нулям. Отходить, я так понимаю, там не видно, но, скорее всего, да, крестик висит. Да чё промах-то? Косой пень. Так, ты что-то можешь сделать. Ну, это скрытность. Могу прикоснуться, могу прикоснуться. 6, вот так. Да ладно, пошли в сплос. 23, нормально. Всех не перебьешь. Живой. А, то есть я ему звездюлей-то дал. Ок. There is work to do. Take you. Все. Can't give up now. Я так понимаю, он до меня еще докапываться-то будет. At the ready. Какой там одурманивание? Пошли вон одурманивание. Масло. Ну, деваться некуда, да. Пойдем смотреть. Слушай, оно, наверное, сохранится. Те маски и пламя грибы. Убийственное сочетание. Сейчас. Сейчас мы это убийственное сочетание размотаем. Пламя гриб. К счастью, обычно стрелы у меня дохренища. Ох, я сейчас люлей получу, наверное. Получил.
А я вот чувствовал. Ну, пошли потихоньку. Let's get this over with. Да, поджигай этот гриб, значит. Во, отлично. Чё у нас там? Ничего у нас там. Дым. Ох ты ж, микоиды. Фу ты ну ты. А тут чё у нас? Микоид валяется дохлый и вот туда. Угу, понял. Ну, пойдем. Ты чё стоишь? Да не туда, вот туда. Пошли. Это кто у нас? Это у нас Старион. Прыгай давай. Молодец. Хватит по краю бегать, меня нервирует. Вы же помрете, если по... на краю там чего-то. Мертвый Двергар. А давайте его спросим. Мы же можем говорить с мертвыми? Это забили нападение, понял. Вообще не можем. Так, значит, вот кто у нас официант болта. Сто пудов он это может. Сейчас найдем. Труп слишком поврежден. Че? Труп слишком поврежден. 100%, пойдем пообщаемся. Трупу нечего сказать. Круто. Ладно. No time to rest. Давай тогда обыщем их. А, кто у нас тут? Вот это вам сам не нагружен. Да, мне писали, что типа оставляю в лагере. Но мне удобнее с собой носить. Я приду к торговцу, и меня не будет ничего оставлять в лагере. Так, ладно, давайте сначала с Микоидом общаться тогда. Беспокойный Миконит. Куда тут ходить-то далеко? Ну ладно. Я так понимаю, они врывать не хотят. Тебя поглощает хаотический хор мелодий. Единственное существо, поэтому множество голосов в симфонии целой колонии. Владыка, он пришел, он здесь. Хор стихает, одна мелодия взмывает над остальными, поющая медью и зовущая вперед. Я владыка. Тебе представляет видение. Твое безжизненное тело в охвате грибных щупалец. Владыка тебе угрожает. Назови свою цель. Так. Проницательность, искать понимание. Давай просто я расскажу. Так, одобряют. Корни грибниц пронизывают твой разум, пытаясь вызнать твои истинные намерения. Затем владыка сдаёт новую мелодию, осторожную, но доброжелательную. Я не в силах не излечить твою шкуру, не твой дух. Но все же мы можем беседовать. Спустись ко мне, поговорим о плоти. Настойчивая музыка тянет тебя вперед, владыка ожидает тебя. А можно узнать, где он меня ожидает? А, ну там, наверное, ожидает, да? Прыг. Бом. Грот у Эбен озера. Сохраняшечка. Двергар споровый слуга, я могу с ним поговорить? Хрен там, он неразумный. Мертвый росток Микоида трогать нельзя. Тут чё? Да блин, как вас до хрена-то? К озеру? Вкрою, чё могу сделать? Не могу. Чёрт возьми, куда ходить, да? Глубинные роты.
замшелый меканит. Спокойный меканит. Но лежанка. Забавно. Тут спать можно, я понимаю. Да. Да блин, а куда мне идти-то? Ядовитый меканит. Блорк. Какой-то. Наверное, сюда. Это получает 20 опыта. Чё там 20 опыта-то? Бабах какой-то. Блорк-то. А, поговорю. О, торгаш, то, что мне надо. О, у нас гость. Приятно познакомиться. Ну, давайте соблюдать местные обычаи. Ученый хмурится. Его голос венчастия в череп, споры соединяют вместе два разума. Блор, гордый член сообщества блистательных к твоим услугам. Да, задачка. Тоже разум намного сложнее, чем гремной. Мне не приходилось слышать сообщество блистательных. Но неудивительно. Нас немного. И мы редко задерживаемся надолго в одном месте. Хоб-гоблин. Мы с коллегами пытаемся улучшить условия жизни в подземье. Оно вовсе не обязано быть таким суровым и опасным. Встретить обитателя поверхности — это неожиданно. Что привело тебя в наши глубь? Да, понимаешь, свежеватели разума посадили мне мозг паразита. Это потрясающе. Зачем было спускаться в подземье, где они особенно сильны? Кто свежеватели? Рассказать историю целиком. Те в мозг поселили летитскую личинку, даже до сих пор это чудо. Могу представить, где ты тревожишься, но успокойся. У меня есть друг, возможно, сумеет помочь тебе. Амелум. Надеюсь, ты по важному делу, Блорд. Мой брат из рук дерева требует постоянного внимания. По самому важному, это устранение в голове летит с коричинкой, и трансформации не происходит. Никакого церемарфоза быть не может, как интересно. Так, ничего, с ним драться придется. Тебе хотелось бы извлечь ее? Вдруг улетит, как вообще возможно. Я избавился от гнезда старшего мозга и больше не служу великому плану. Я прошу тебя воздержаться от насилия, хотя прекрасно понимаю, что отношение к моим сородичам едва ли изменится. Что такое великий план? Его конечная цель — уничтожение гитов и порабощение всех остальных гуманоидных рас. Если этот вопрос мы считаем решенным, хотя бы на время, я могу взглянуть, что с тобой происходит. Хочешь? Открой свой разум, посмотрим, что таится внутри. Мне кажется, это не подстава. Давай, посмотрим. Как только разум Амелум прикасается к твоему, личинка наполняется мощью. А, подстава. По ощущениям, она увеличилась в 10 раз, живая и бодрая, как будто довольна собой. Весьма необычно. Эволюционный период давно бы должен был завершиться, как и твоя трансформация. Личинка, однако, насыщена странной магией. Она пребывает в стазисе. Что случится, если не стазис? А могу лишь догадываться, но подозреваю, что трансформация будет мгновенной и крайне болезненной. Да не, вроде неплохой летит-то. Хотя не странно. Мне казалось, Алюм — это всегда болезнь. Само собой, но я не видел смысла это акцентировать. Ты можешь извлечь личинку? Нет. Насколько я могу судить, она защищена от физического и магического воздействия. Даже если убрать щит, личинку не получится извлечь без тяжелой черепно-мозговой травмы. Хм,
Ну, как не радостно это звучит. Да, радоваться тут нечему. В процессе ты наверняка погибнешь. Не волнуйся. Если ты трансформируешься, я буду рад исследовать тебя повторно. Так, рассказать ему о корабле. Я думал, Наутилоид? Потрясающе, я на них ни разу не летал. Во время рассвета Империи Литидов отвоевали наш военный корабль. С них мы правили всем астральным планом. Чертежи их пропали, когда гиды взбунтовались и покончили с нашим владычеством. Гиды — это вполне гитянки. Спасибо за информацию. Всегда пожалуйста. Пожалею, что не смог удалить личину. Но мне пришла в голову одна идея. Да, пожалуй, я законспектирую. Возможно, существует способ обойти этот стазис. Существует немало химических субстанций, воздействующих на разум. А разве не стоит причина того, что до сих пор жив? Я не собираюсь разрушать защиту личинки. Мне нужно лишь обойти помехи, не позволяющие вступить с ней в контакт. Так, ладно, что это за субстанция? Настолько нескольких редких грибов, обладающих легкими псионическими свойствами. Мне потребуется свежий язык безумия и спор Тиммаска. Но берегись, ведь состояние оба этих гриба могут быть весьма опасны. Тиммаск вызывает замешательство у тех, кто подходит к нему слишком близко, а язык, ну тут так все понятно. Волшебных, где мне искать эти грибы? Ну, в подземье, разумеется. Хотя найти их большая удача, а поиски сопряжены с опасностями. Мне думают, с Улинором могут быть такие. Она раньше была жрицей мистера. Где живет Ленора? Насколько я помню, к юго-западу отсюда, хотя ее башня имеет свойство перемещаться. А, я так понимаю, в пещерах, чтобы не следовать в какую-то башню сходить. Ну, хорошо, вернусь, когда раздобуду. Добудусь в твоих странствиях скорыми и удачными. Так, побарыжить-то. Орк. С возвращением, да. Так, ну продолжи еще интересное. Я всегда рад удачной сделке, если что-то приглянется в моей коллекции. Давай, барыжить. О, да у тебя бабла дофига. Сейчас расторгуемся. Так. Это мы оставляем. Гелиотроп пошел нафиг. Короче, все камни я продаю нахрен. Тоже для первого. Ну, посуду, сами понимаете. Так, я могу мышкой щелкать. Черта с два. Короче, столовое серебро непонятно кого спертое продаем. Костолыги не знаю. Продаем. Я ничего не крафчу все равно. Вода пусть будет. О, пустотный клубень пошел нахрен. Черепуги. Ну ладно, он копеечный. Тут непонятно жижицы. Веревку оставляю, клещи пошли. А, вилка пошла, молоток. Пошел. Так, мячик шхряба. Пусть остается, мало для чего. Тарелька. Тряпки. Шипоскуль. Одна единица урона. Да, он накладывает кровотечение, да. Азут, вампирское проклятие. Письмо оставлю пока. Дневник, письма. Так, от монеты души. Предания, прочих шушера. Перекрожные перчатки дровов без близняк. Кольца. Щит. Щит от лопаты? Булава, нахрен. Так, я могу выделить, я просто оптом бы все это сейчас. Хрен нам. Ладно, давайте пока торгую, я паузу поставлю. Ну, в первом приближении вот так.
Я решил взять Дарсен Цехода. Владелец может видеть тьмотен на расстоянии до 12 метров. И первый посох Мелфа. Урон такой же, но есть кислотная стрела. А я орудую боевыми посохами. Так, уравниваем. Меняем. Так. Колечко одели. Посох взяли. Тут есть интересные ботинки. Скорость перемещения владельца не снижается на сложной местности. И есть вот такая вот интересная штука. Обруч взрывов. Опаляющий луч можно фильнануть. Я кому-нибудь это дам. Ботинки, вот у меня плюс к ловкости, акробатики. Проверка на акробатику в бою, я не уверен, что она есть. Но где-то та она да и есть. Но здесь есть короткий меч еще, забавный. 6-11. Но сейчас пойдем посмотрим по остальным. Потому что у меня всякого хлама реально до хрена. Так, у тебя что одето? А что это такое? Показывай шлем, а, ну да. Шлем спешки. В начале боя получает эффект импульс. Тоже, кстати, неплохо. Так, а фуфаечку свою давай. Шипастое дерьмище. Ну, у него мало, я сейчас на паузу ставить не буду. Вот это. Все вот эти идиотские. А у тебя плюс 2. А, да, боевая доска абсолютно, да, согласен. Так. Полуторный меч. У меня никто не владеет полуторным мечом. Вот что, в чем дело-то. Давай я его продам. Вообще не очень расстаюсь с магическими предметами. А, Гейл может его заточить. Ох, давайте оставим. Да, жадность. Кувалду я оставлю. Когда-нибудь она у меня изучит. Кувалду уровень у меня будут расти когда-нибудь. Ну, тут у нее, видите, у нее немного. 7800 уже, но больше, чем у этого хмаря. Вот как-то вот так. А какие у тебя ботинки? Таранные сапоги. Во время рывка озлобление. Ну, я горение на противника не накладываю. А вот перемещение на сложные местности завал. Но не ей. Есть две диадемы. 3 временных очка здоровья. Мало. Что значит накапливаю молнии, я не знаю. А вот это с паляющим лучом забавно. Импульс. Что импульс дает? Посмотрим. Смотрите. Импульс. На 1,5 метра. В начале боя она может на 1,5 метра дальше побежать. А паляющий луч, за счет чего? Он непрерывно может ей долбать? Смотрим. Ну, кстати, неплохо. Давайте возьмем. Сколько он стоит? 690. Недешево. Ладно. Че, издеваешься? Так. Давай. Так, шлем спешки редкий. Слушайте, он броней не является. Но Гейл его может заточить, поэтому я оставлю. Какие у нее тут? А, это белье. Я просто думал, оно может это бронетрусы какие-то. Нет. Так, ладно. А вампирушка? Слиток серебра. Давайте пока его оставим. Слиток бронзы. Блин, тут крафт какой-то есть, я не знаю, ну он странный крафт-то. Веревку оставляем. Там тут тоже вроде немного, поэтому. Ох, сколько колец! Я знаю, кто у нас самый вор. Смотрите, сколько колец у него. Кстати, недорого кольца ценится, что удивительно. Мне казалось, они должны как-то дороже цениться. Так, вот этому упырю, может быть, ботинки сейчас дам. Ох ты ж, ошибка вышла. А, нет, это ошибка не игры, это какого-то приложения. Пофигу. Тогда идем дальше.
Ты кто? Посох Лунной Девы, 0,7 урона. Че, серьезно? Так, факелы немножко прорежу. Я не знаю, они расходниками являются или нет. Токсин, обычный яд. Ну, обычный яд, да. Так, а, ботиночки. У тебя что? Бодрая ходьба. Совершив рывок или исходное действие, получает импульс. Иди нафиг. Немыслимого шага. А, вот, ты вот это вот сдай. Уравниваем. Будет доволен, хорошо. Доволен, так доволен, на тебе. Все, ок. Так, колунище. Ну, колунище у нас самый бедный и несчастный. Дружба с животными. Волшебная стрела. Сейчас посмотрим, что дает. 6.15. А, каждая 2-5. Всегда впадает в цель. Чё за это хочешь? 150. Ну, дружба с животными, конечно, хорошо. Очарование. Я не уверен, что мне это надо. Так, чё за ботинки? Гигантский шаг. Ну, тут ему, чтобы пожрать, мы заготовили много. 39 копеечные. Словно любим, забирай нафиг. Комок плоти миковида. Что с этим можно делать? Не надо мне такого счастья. Так, свечки сгоревшие. Ладно, нафиг. Столыки, молотки. Куча ботинок каких-то лыжных. А, это не лучше, чем лучше. Но по деньгам-то в целом я этому козлу проигрываю. Я у него накупил всякого. Хочу стёганый доспех. 11 класс брони. 11, понял. Так, если подумать, наверное, не буду ничего брать. Или взять. Лучше уж больно какой-то слабый. Да, у меня свитку дофига, если что. Свитку с двумя. Ого-го. 85 защита от зла и добра. А можешь как-то вот разделить? А, отменить. Разделить. Ну да. Значит, вот так. Два я сдам. Бабки. Так, паутина. Ну, ладно. 28. Нет, эти недорогие. Так, 354, блин. 150. Давайте возьму, ладно. Она вроде 150. А, он 204 добавляет. Хорошо. Ну, это я оставлю с животными-то. Пусть дружит. Тут, правда, загнать-то дорогого-то ничего нету. Что можешь загнать? 9. Разговор с мертвыми вот можно одеть и разговаривать. Ок. Поторговали, прекрасно. Very well. I have mushrooms to catalog. Да, займись. Так, тут нам больше ловить нечего. А где же ваш хозяин? Подземья, колония микоидов. Ядовитый микоид. Мне что, с ним надо разговаривать? Нет, это просто микоид. А, отменить не надо. Подземья, силунистский ванпост. Я тут пока не пойму, куда мне надо тут идти. Я понимаю, что влево можно сходить туда. Там какие-то постройки. А может, туда и нужно? Поговорим. Мирки и плесень кроют тело лица уродливого создания.
Как смотришь на уродливого слугу, в твоей голове звучит голос. Оставь его, приди ко мне, мы должны поговорить. Кто ты скажешь, куда приди, я приду. Тоже мне. Приди ко мне. Оп. А это что такое? Давай придем. А, туда не попасть, смотрите. А что, тут, тут интересное. Надо туда не попасть. Дырит костяной плащ. Ну-ка. Похоже, грибочки тоже не опускают с больше народа. По дороге не попадался одинокий мужчик такой, дварф. Байлина вызывать. Не, не встречался. А, опиши его. А, лысый в синей тунике, тупой как бревно. Не встречался. Ладно, ну его. Кто он тебе? Мой никчемный муж отправил с поручением. Мне удивительно, что он его провалил. Но могу поискать, если заплатишь. Да неужели? Я не такая идиотка, чтобы деньги предлагать, кому попало. Выберет сам, ну, или не выберется. Подожду еще немного. Ну, шутка трагедия будет, если мы сюда оперлись ради пшика. Ну, погодите, что-то на продажу может быть. Ну и? Честь на продажу. Хрена себе. Да. Я что, сейчас все деньги здесь оставлю? Ну, погнали. Амулет восстановления. Ёкарны бабаи. Ах, едкий цеп. Но это не мне. Зелье невидимости. Зелье в сраку. Перчатки града шипов. Бывший владелец перчаток оставил на каждой из них 30 царапин. По 6 на каждом пальце. Назначение их царапин до сих пор не ясно. Забавно. Так. У меня перчатки силы. Ловкость рук. Перчатки травника. Да. Кольцо прыжок. Кольцо едкое. А таки оружие наносит до урон кислоты. Забавно, конечно. Сколько стоит? Это 92, блин. А, кольчужный доспех плюс 1. Я не умею. Кольчатый доспех. Не умею. А, чешуйчатый, средняя. Я умею среднюю, да? Помеха при проверках скрытности. Но класс брони 15. Но бонус от ловкости меньше. Кожный доспех 12. Да скрытность мне нафиг не уперлась. Кольчужная рубаха. А, ну средняя броня, броня в любом случае ограничивает бонус, я понял. Стёганый доспех. Меньше дробящего. Сыромятный доспех. 13 его повыше. Равновесие. Но, блин, на средней броне все равно ограничивает. Тут же собака-то какая. Так, тяжелый арбалет. 6.15. Не сильно выше. Так, я не умею. Не умею, не умею. Блин. Я бы броньку-то взял. Вот этот бы взял. Вот этот, вернее. Дзынь. Что такое? Боевой посох. Плюс один. 6.13. Продадим. Посох плюс 1. Продадим. Забавно. Масло поджога возьмем, мальчик. Зелье скорости оставлю. Стойчивость яду оставлю. Масло остроты оставлю. Ядро. Да, это все оставлю. Так. Колечко. Буду весь в кольцах. Я, правда, не всегда оружием атакую. Блин, мне доспехи хочется. Тяжелую броню. Где у нас на ловкость?
Вот, класс брони выше, средняя, 13. Давай возьму. Давай. Блин, не туда отдавай, сюда отдавай. Угу. Отлично. Оружие не тебе. Кто у нас оружием атакует? Вот ты оружием атакуешь. Ты оружием атакуешь. Ты редко атакуешь, ты колдуешь больше. Вот этот оружием атакует. Эй, отдай ему. Нельзя, да. Отправить Астарион. О. Астарион, колечко-то один. Так. Дальше. Девчуля у нас, по-моему, умеет среднюю броню. 14. Блин. А у нее-то броня лучше. КБ от ловкости не выше 3, а там не выше 2. Так, ладно, такая печенька выживает. Так, чешуйчатый. Погодите, это у нее не выше 3. Смотрите, я включаю себе. Не выше 2. Вот так вот. То есть у нее броня не лучше. Хотя равновесие. Равновесие. Блин, у нас одинаковая броня. Можно было ей купить, а у нее отобрать. Так, пятнашка. Тяжелый ты не мочь. Нет, не мочь. Нарик. Помеха к скрытности. А ты мастер засад. Давайте все-таки апнем. Блин, чем я занимаюсь, да? Деньги трачу. Так. Как бы у тебя доспехи-то были не лучше, чем у меня? Шлем спешки. Продадим нафиг. Так. Как мне ему-то передать эту штуку? Ладно. Тогда продам вот этот. Свежекупленный. Что плюс 2. Блин, только деньги потратил, короче. Фигня. Все. Барыга, свободен. А что ты тут внизу делаешь? Жду, когда вернется мой идиот муженек. Встречался он тебе? А нет, так не о чем разговаривать. Что, и все, правда, больше ничем не занимаешься? Знаешь, ты сказала. Жду придурка Баэлина. Если не встречался, ставь меня в покое. Понял. Так. Сейчас кажется, что она привязана, эта одежда, что я не могу ей воспользоваться. А, нет, могу. Почему там нельзя было передать, я не понял. Так, одевайся. Ну, как-то так. Потопали дальше. Блин, деньги выкидываю. Так, давай сюда. Я тут еще не был. Тут можно спустить узловатые корни, ага. Ну, пойдем. Блин, можно сюда идти, можно туда идти. Че там выживание-то? Иди отсюда. Магию она поглощает.
Выходите сюда. Выходите, выходите нафиг. Разлом. Блин, мне куда вообще? Ой. Страшные места. Так, там ни хрена, туда не надо ходить. Нет, там какая-то скелетина лежит, конечно. Так, ну-ка, ребят, передохните и полечитесь. А, да. Сейчас кончится. Так, там какая-то хреновина ходит. Я подрываюсь, если я туда спущусь, мне с ней придется драться. Где этот чертов Микоид сидит? Ну, это глава там чего-то. А, вот он. Найти Бейлина. Древник там. Ну, ладно. Ну, ок. Разломник. Я понимаю, Бейлин где-то туда, вон он стоит. Что там происходит? Ну, интересно, Бейлин умер от этого, нет? По-моему, он умер. Смерть. А, живи спутник. Ты не спутник? Да и взять с тебя нечего. Факел, свиток тумана, шаг, а чё тут такой? И да. Я, правда, не понял, я его грохнул, или оно так и было. Но вроде живой стоял в кольце грибов. Но я к нему в кольце грибов-то не мог пойти. Так, ладно. С этим облом. Ну, смотрите, новые растут. Жаболюдский вороночник. Ну, бибер-то я нашел. Так, когда у меня последнее сохранение было? Попробуем, может, его по-другому. О, это до разговоров, нет. Бибер, извиняй. Ну что ж, господа, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.